Симптомы коронавируса. Инкубационный период коронавируса может продолжаться более 2 недель. Симптомы вируса схожи с симптомами пневмонии или тяжелого острого респираторного синдрома. Потеря сознания в результате прогрессирующего разрушения легочных тканей, сухой непродуктивный кашель, лихорадка и повышение температуры 38 градусов или выше, затруднение при дыхании, боли в области груди, головная боль, боль в мышцах, общее недомогание. Меры профилактики коронавируса. Часто мойте руки с мылом не менее 20 секунд. Не касайтесь грязными руками глаз, рта и слизистых. Избегайте тесного контакта с зараженными людьми. Почаще делайте влажную уборку с использованием дезинфицирующих средств. Уточняйте эпидемиологическую обстановку при планировании путешествия. Используйте маски для защиты органов дыхания. При первых признаках обратитесь за медицинской помощью в лечебные организации.